Салат с зеленью и крабовыми палочками – отличная закуска в летнее время года. Нежные крабовые палочки хорошо сочетаются со свежим огурцом, листьями салата, петрушкой и отварными яйцами. Приготовить зеленый салат с крабовыми палочками очень просто и быстро. Блюдо получается нежным, сочным и вкусным. Подойдет к столу в будние праздники. Заправить салат можно майонезом, сметаной или смесью майонеза и сметаны. Крабовые палочки – 100 грамм. Яйцо куриное – 2 штуки. Лист салатный – 2 штуки. Кукуруза – 100 грамм, консервированная. Огурец свежий – 100 грамм. Соль – по вкусу. Майонез – 2-3 столовые ложек. Петрушка – 5 грамм. Количество порций 2-3. Подготовьте ингредиенты для салата. Крабовые палочки мелко нарежьте и выложите в салатник. Добавьте кукурузу. Огурец помойте, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салат. Салатный лист помойте и нарежьте. Выложите в салат. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салат. Петрушку помойте, нарежьте и выложите в салат. Салат посолите и заправьте майонезом. Перемешайте все ингредиенты салата. Салат с крабовыми палочками и зеленью готов. Подавайте на закуску.